России. Служу России. Служу России. Товарищ начальник генерального штаба. Служу России. Медали, государственные награды за освобождение Авдеевки. Я поздравляю вас с этими наградами. Желаю дальнейших успехов в боях за освобождение наших земель. Уважаемые товарищи, мы сегодня подведем промежуточные итоги выполнения задач группировки «Центр» по освобождению Авдеевки и действий на этом направлении. Ну, на сегодняшний день главная задача, которая ставилась, она выполнена, Авдеевка освобождена. Надо сказать, что освобождена достаточно короткие сроки, но этому предшествовал длительный период подготовки.